думаю, что это не худшая наша игра по организации комплексных действий, атака и оборона, и переход из атаки в оборону, и наоборот, из обороны в атаку. Взаимопонимание становится больше. То есть с профессиональной точки зрения тренерской ситуация сегодня была во многих игровых аспектах лучше. Движение вперед есть по сравнению с тем, ну, как раньше, допустим, играли туров, может быть, 5, 6, 7 назад. Интересует, наверное, только это мало кого. Тренерская позиция, оценка. Потому что всем, в первую очередь, необходима победа, забитые мячи. А вот с этим у нас пока сложно складывается. И забить, ну, надо признать, что, наверное, и у ребят удачи нет, все-таки каким-то мастерством ребята обладают, и некоторые есть. Вот. Но и явно забойщика тоже нет, нападающего. Хотя надо признать еще немаловажную составляющую по сегодняшнему матчу. У нас лазарет немалый. У нас, в общем-то, игроки из основной обоймы. Черевко, Хайманов, Корян и Яковлев по причинам травм, у каждого свои, разные, не смогли принять участие в этом матче. Для нас это существенно. Вопрос, пожалуйста. Сергей Иванович, очередной матч на ноль, 16 туров, 9 забитых мячей. Вы уже сказали, что нет забивного нападающего. Значит ли, что нам надо ждать зимнего трансферного окна, чтобы решить эту проблему? Если нам разрешат в исключительном порядке заявляться сейчас, да, не надо ждать. То есть у нас других вариантов, получается, нет. И второй вопрос. Вы постоянно говорили о том, что надо работать. Значит ли, что после приезда с Краснодара команда отправилась сразу на тренировку? То есть теперь мы увеличиваем объем тренировки. В увеличении объема тренировки видится успех. Ну, после каждой игры тренировались. Почему после Краснодара? С первых игр после каждого матча была тренировка. И те, кто большую нагрузку вынесли, играли полный матч, у них своя была работа. У тех, кто меньше играл или не играл, у них своя нагрузка. Отличная от этого, естественно. У нас после каждого матча тренировка была. Скажите, а работать надо долго и упорно, чтобы постепенно, значит, очки набрать. Это не месяца и двух, и даже трех. Ну, кто интересуется основательно подобными ситуациями, разбирал похожие моменты, может быть, в других клубах, вот, хотя похожего не найдет никто, когда за три недели до старта первенства команды нет. Поэтому у нас один путь – работать. Чем мы и занимаемся. Да, у нас будет, нам будет сложно, потому что понимание от многих болельщиков мы получаем, и спасибо им за это. Вот, а от части болельщиков нет, получаем только обвинения. Вот, а вот какие обвинения можно предъявить сегодня футболисту? Когда некоторые парни через «не могу», когда ему наступили шипами, сейчас я не знаю,
дальше он когда сможет тренироваться, доигрывает матч, потому что замены нет. Когда самоотдача на самом высоком уровне, когда никто себя не жалеет. Вот. И все стремятся к победе, это же видно. Какие можно претензии парням предъявить? Единственное, забивать не умеете. Вот. Это факт. Или удачи не было. Роман Воробьев не вошел в список травмированных. Он сегодня остался на скамейке как игрок ротации. У нас ни за кем не закреплено постоянное место в основном составе. Это нормальный процесс для спорта. Спасибо. А в целом замены сегодня оправдали на основе? Все, кто вышли, вас не разочарованы? Ну, вы знаете, вот понятно, что Верулидзе оценивать сложно. Он первый раз и, естественно, волновался. И не так много мяча получал. Вот. Не разочаровал тем, что был неравнодушен активно. И совершил, ему удалось одно действие совершить, которое было очень эффективным. Когда он прорвался и передачу с фланга делал, опасная очень была ситуация. Вот. Не успели ребята, никто не добрался, чтобы пробить поворотом, добраться до этого мяча. Вот. Поэтому ему оценку сложно давать, все-таки человек еще мало играл. Вышел Буке, но он свою задачу, там много задач было и по разрушению игры соперника. Все-таки Томск крепкая команда с хорошими традициями, у них очень много хорошего уровня игроков. Но сегодня наши парни, они же не позволили тем ребятам реализовать свои сильные качества. Значит, своей игрой они во многом поставили, в затруднительное положение ставили. Вот. Поэтому выходом на замену ребят, которые вышли, ну, Косинчук вышел по причине того, что Бакабуленко нормально играл. Претензий не было, но мы опасались за желтую карточку, что, не дай бог, он вторую получит, а он все время в пылу борьбы там на этой позиции. И по этой основной причине мы его поменяли, чтобы не остаться в десятеро. Поэтому с заменами ну, нормально вроде на сегодня было. Сечно, и вопрос еще о микроклимате в команде. Команда не выигрывает, не набирает должного количества очков. И, соответственно, все ждут трансферного окна, чтобы усилиться. Но возможно такое, что кто-то уже ищет и другую команду, чтобы покинуть аутсайдера. Или вы контролируете ситуацию? А я каким образом это могу знать? Если кто-то ищет какую-то команду. Он мне докладывает, первым делом идет. Ну, общая атмосфера в команде вы чувствуете? А вот вы футбол сегодня смотрели. Как, на ваш взгляд, общая атмосфера в команде? Мне понравилось. А самоотдача? А если в команде раздрай, то такое можно увидеть на поле? Ну, здесь вопрос стоит премиальных. И, соответственно, команда не выигрывает, соответственно, нет премиальных. Да вы знаете, если бы только за премиальные все играли. Во-первых, все играют из любви к этому делу. А премиальные уже потом.